Друзья, всем большой привет! Сегодня одна из моих самых любимых рубрик, ну, думаю, что и ваша тоже. Ужин ленивой хозяйки, ну или обед. Никаких заморочек, никаких маринадов, все быстренько порезали и в духовку. Оставайтесь со мной. Куриные бедрышки сегодня беру. В принципе, можно использовать любые части курицы, будь то голени, крылышки, окорочка. Можно даже не с курицей готовить, а взять, например, свинину. Любой приправой для курицы посыпаем бедрышки. У меня приправа уже содержит сушеный чеснок, кориандр, смесь перцев, паприку. Либо можете взять специи отдельно. Хоть приправа и содержит соль, но ее там небольшое количество, поэтому я слегка еще подсолю окорочка и добавлю немного перца свежемолотого. Вот так, достаточно. Немного копченой паприки добавлю, я ее добавляю только лишь для цвета, поэтому можно в принципе и не добавлять, либо добавить куркуму чуть-чуть. Сбрызнем маслицем, вот так, и все это хорошенько помассируем. Бедрышки пусть пока отдыхают в сторонке, а мы с вами подготовим овощи. Беру капусту, свежую белокочанную. Капусточку нашинкуем. Произвольно, можно покрупнее, можно помельче, на ваше усмотрение. Переложу капусту в миску глубокую. Лучок репчатый можно просто полукольцами порезать, ну либо четвертинками. Далее, сладкий перец, если есть, добавляйте, если нет, можно готовить без него. Ну, сейчас время, так сказать, сезон овощей, поэтому перца вдоволь добавляю. От семян избавляемся удобным для вас способом. Действенный способ, чтобы не плакать при нарезке лука. Всегда плачу, а вот этот способ помогает понюхать луковицу. Перец режу на вот такие вот полосочки. Все, кстати, слез никаких нет. Несколько зубчиков чеснока. Просто нарежу на пластинки. И морковочку натираем на терке для корейской моркови. Слава богу, что нашла замену своей старенькой терочке. Натираем. Долго искала терку, чтобы так же хорошо натирала, как и моя маленькая-маленькая терочка. Те, кто со мной давно, наверняка ее помнят. Но она еще со мной, я ее не выбрасываю. Все овощи отправляем к капусте. Все это дело присаливаем по вкусу. И в овощи я еще добавлю прованские травы, хотя специи можете добавлять по своему вкусу, либо вовсе их не добавлять. Все это перемешаем и слегка помнем руками, чтобы овощи уменьшились в объеме. И, кстати, друзья, я все продукты и их количество указываю в описании под видео и в конце ролика, поэтому смотрите видео до конца. Беру пакет для запекания, можно, кстати, взять и рукав. Для запекания без разницы. Перекладываю в него капусточку. Точнее, овощную начинку. Она у нас послужит гарниром. Теперь его можно переложить на бок и распределить овощи. Вот так. В качестве подушки. Вот так распределяем. Прекрасно. Сверху на овощи выкладываю бедрышки, у меня крупные, по желанию, конечно, их можно разделить еще на части, но я этого делать не буду, все максимально просто. Пакет буду завязывать шпагатом, шпагат у меня льняной, натуральный, в принципе, всегда завязываю шпагатом, потому что клипсы ненадежные, рвутся. Смотрите, с вечера можно сделать заготовку и вот в таком виде отправить в холодильник. Приходите на следующий день с работы, быстренько отправляете в духовку, пока занимаетесь своими делами, все уже будет готово. Ну а мы же будем готовить сразу. Делаем несколько проколов в рукаве, чтобы выходил воздух при помощи зубочистки. Отправляем в духовку, температура 190 градусов примерно на час. Прошел час, сейчас будем открывать и пробовать.
Кстати, за 10 минут до готовности можно разрезать пакет и курочку подрумянить по желанию. Но я этого сегодня не делаю. Итак, все очень аппетитно. Как буду подавать? Можно подать порционно, можно вот как я, выложить на общее блюдо, и каждый будет себе накладывать, что хочет. Мне нравится вот так подавать. Выкладываю так же, как и запекалась, подушку из капусты, а сверху выкладываю курочку. По желанию при подаче посыпаем рубленой зеленью. Я посыплю вот так укропчиком. Ну, красота же, да? И поливаю образовавшимся соком. Конечно же, бедрышки за час полностью приготовились. Посмотрите, мясо легко отделяется от кости. Ой, как аппетитно. Пробую. Капусточка мягенькая, курочка тоже. Сочная, аппетитная, ароматная. Невероятно вкусно. Обязательно готовьте по этому рецепту. Готовится все элементарно, просто. Получается, ну, просто объедение. Всем-всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. Готовьте с душой и с удовольствием. И пока!